про Честера. Я буду лучшим в мире поправить, самым быстрым пройдет Честера. Да. Они в данный момент сейчас будут на сцене играть в Кид Ники. В маленького парня Ники. Не память не изменяет, на самом деле, Кид Ники первая часть это достаточно обычная и нормальная игра для Nintendo. Не знаю, для меня Main Event это все-таки Честер в этой категории игр. Самая важная игра, да. Я никогда об этом даже не слышал. Я тебе больше расскажу, даже Twitch не слышал об этой игре. Типа на оригинальном рисунке, типа Wood, просто написано Wood, да? Типа, не, я когда обожу Kid Nicky, у него Kid Nicky Radical Ninja, а Kid Nicky 2 такой игры вообще не существует, как мне говорит Twitch. Но я апдейтну все равно и назову как надо. Какой-то картофель вылетает из луз. Оригинальный стрим что-то... того. У меня все нормально вроде бы. А, нет, тоже того. Классно. Классно. Отличная игра. И стрим решил умереть, и все, он вернулся. Мега Марино? Mega Man Runner, and also wanted to mention this game world record is by Delm. So мировой рекорд по этой игре принадлежит спидранеру Delm. На несколько людей спидранит эту игру. И это вторая часть целого набора игр, целой серии игр, точнее про Kid Nicky. Который состоит из трех частей на Famicom. То есть, возможно, эта игра есть на Денди. Charge for his power-ups. One of them you see here is an animal power-up. Probably. Итак, вы можете находить разные power-ups в этой игре, например, превращение в в животных. И как вы видите, у слона есть особая способность превращаться в слона. И когда вы превращаете слона, вы можете сделать грустное лицо. Это самый важный навык, который есть. Итак, он собирает баклажаны в этой игре, что? И для того, чтобы использовать один из пауэрапов, ему надо выйти сейчас в меню. И у него сейчас два выбора есть, это щит и какой-то лазерный луч, или что-то в этом роде. И на самом деле он использует пару пауэрапов, чтобы не умирать здесь и сохранять время. И он будет использовать всего превращение в лягушку всего лишь для одного прыжка во всей игре. На самом деле, сейчас он юзнул один из пауэрапов в виде щита. Очень захватывающая игра. Невероятно. Resident Sleeper Face.png. Избивает пинг гаев. Я не знаю, оригинальный стрим постоянно подвисает и лагает. У меня все окей, кстати. Самое интересное. Потому что отстаешь, ты все эти лаги только потом увидишь. Просто я не могу ничего конкретного сказать про то, что происходит. Сказать, что я мало заинтересован, это... Ничего не сказали. Да, вот сырный квест, это классика, это канон. Честер любит читос. Все это знают, да? Yeah, so, как они переделали образ самого Честера. То есть раньше он был такой приколист тусовщик, а сейчас он какой-то душевный гуру с бородкой. Растет. Честер растет как личность. Думаешь, Infinity побьет какой-нибудь мировой рекорд по этой игре? Я не знаю, наверное, у этой игры огромная комьюнити спидранеров. И чтобы победить этого босса, надо просто стать ему на голову. Встать на этого босса, когда у вас куча защиты, и он умирает. Самое интересное, это, скажем так, то, что происходит с боссом. Когда вы встаете на этого босса, он очень, скажем так, теряется, не знает, что ему делать, и начинает смотреть в экран. Как бы на игрока, спрашивает, что ты делаешь, прекрати. О, я пропустил рейд на испанцев.
Ужас. Пропустил юрейт на испанцев, короче, походу. Боже. И... Рим, ты очень сильно лагаешь. Не знаю, я лагаю? Я сильно лагаю? Ну да. Может, я не уверен. Люди с твоей стороны? Точно напишут. Да. Если может, это с моей стороны, я не уверен. Я лагаю. Может, это и стрим лагает с той стороны, потому что у нас ничего не тормозит. Ну вот сейчас все вроде в порядке. В принципе, чтобы спидранить игру, кидники, в принципе, стоит если поговорить о том, как ее спидранит. Это... она полностью построена на оптимизации прыжков и подбирании нужных пауэрапов в определенные моменты. В таком случае, я сейчас на быстрый ребут. Окей. В первой игре кидники не было никаких трех жизней, был всего лишь один удар. Если вы получали, умирали. И, скажем так, это была очень сложная игра, и поэтому в нее никто не играет. Понятно, почему теперь распространение стоит кидники 2, а не кидники первая часть. И у этого босса, который сейчас будет, у него будет... Ну, скорее за 3 секунды. Очень странный его бит... понятно, теперь силовая волна. И кидник использует такую же силовую волну, чтобы победить его. Я спал. Я вижу, что чат активно волнуется, там спал ли я. Я спал, не волнуйтесь. Просто я сейчас пытаюсь раскачаться немножко. Да, нужно войти в прежний ритм жизни. Да. Человек, который никогда не спал, да? Есть же человек, который никогда не спит, можно ему завидовать. Да, кстати, он есть. И если пать не изменяет, врачи много раз проверяли, и у него все в порядке, как ни странно. Это у него аномалия, видимо, какая-то в мозгу. Патология. Yep. Хотел бы такую патологию. Очень обидно, когда в этой игре не работает трюк, говорит спидранер, потому что они просто иногда отказываются работать. Грубо говоря, вы делаете идеальный прыжок. Игра выглядит как что-то китайское. Да ладно. Итак, в данный момент вы видите, как мы используем птицу, чтобы не умереть от неудачного прыжка. Кстати, в будущем у нас будет опять месть нерожденной курицы. И как мы видим, да, на нас нападают... Птенец из яйца. Unborn chicken. Ну он же, не, он наоборот родился и сразу готов тебя убить. Машина для убийств цыпленок. Да. Поэтому мы съедаем раньше яйца. Заранее, чтобы такого не происходило. Этот уровень должен быть лабиринтом. Но сейчас он покажет одну вещь. Ну точнее, дизайн этого уровня должен подразумевать, что это лабиринт. Но если вы будете играть в эту игру казуально, то возможно у вас есть момент, где вы можете застрять вообще в игре, вам придется ресетиться. Я думаю, если я бы озвучил цифры, сколько спал я, у многих с комментаторов потекли бы слюнки. У многих, ты имеешь в виду у меня? Да, думаю, у любого. Я вообще у любого человека. Я просто какой-то комп спал. Более 15 часов. Нормально. Нормально. Чего, можно будет отдохнуть, когда все закончится. Да. Маленький перерыв, так, наверное, 15 часов отрубился просто. Так, будите меня через неделю. Я скоро вернусь. Мозг же сам тебя из строя выводит, если ты долго не спишь. Ему не нужно. Вперед и гасит тебя, типа, все, я же... Я же говорю, у меня просто есть такая вещь, как спидран сна и так далее. Абсолютно нормально. Все же мы спидранеры. Или просто будильник. Итак, пора закончить этого босса, убить этого босса очень быстро. Использовать волну силы и взорвать этого мальчика в карате костюме.
time he goes into a boss, if he pulls up the menu to use a power up against the boss, И вот эта лягушка, где он, которую он использует всего лишь один раз во всей игре. Как видите, когда он бьет эту девочку, ее голова увеличивается. Боже мой, что происходит? Она сейчас лопнет, прекрати. И она в итоге лопнула. Кстати, очень множество этих боссов из игры Kid Nicky 1. В игре можно сдавать буддийских монахов, кстати. Даже не буддийские монахи, это, по-моему, буддийские статуи какие-то. Сколько у тебя сейчас время на стриме? 47. 8, 9. 8 секунд рассинхрон всего. Ну это нормально. Это норма. Да, я даже не знаю, могли бы хоть бэкграунд в этой игре сделать. А зачем? Он же не нужен. К тому же это игра на Famicom. Да ладно. Да. И на самом деле в этой игре очень легко умереть, если вы не знаете, что вы делаете. То есть эта игра дико хардкорная. Ну это как Ghosts and Goblins. Да, как знаешь, вы видите, мы на... Когда проходит мидранер и выглядит, будто это простейшая игра, когда ты заходишь в нее, ты понимаешь, что тебя обманули. Ну да. И что у тебя недостаточно джойстика, чтобы пройти игру, потому что ты уже сломал два. Пальцев, возможно. Пальцев. Они тоже ломаются. Итак, скоро будет время. Как видите, мы дошли до главного босса. Забавный момент. Нет у многих цветов в игре, вот все. Да, забавный момент. Мы спасаем девочку, и как видите, появляется куча ее копий, и мы атакуем их. Забавный момент, мы спасли вроде бы девушку, и он герой даже не обращает внимания, он просто уходит, а девушка за ним следует. За 10 минут добил игру. Да. За один. 10 минут 50 секунд и здесь тиммейтов 15 минут. Я скажу, он скажет, что они очень быстро двигаются. Могу предположить, что Честер будет пройден точно так же быстро. Думаю, да. Думаю, действительно будет пройден очень быстро. Наконец-то! Main event всего Game Dunk Week. В этот момент, на самом деле, должны сидеть ребята на диване и есть читес. Арена это спидрана. Если так не будет, это будет очень плохо. Тогда они, значит, не продумали все до конца. Все антураж должен быть. Я не догадался до этой фичи, этого обидно. Мне кажется, на самом деле даже так, спидраннер должен одной рукой быть в пакете с читесом, да, в пакете с читесом, а другой играть. Нет, то есть one hand спидран. Например, каждый прыжок, его напарник бы клал ему в рот читес. Да, и каждый... Может быть, каждую смерть или каждый убитый враг должен давать ему читес. Уже слишком мало читеса за каждый прыжок. Давайте поменяем название, потому что иначе все, кто хотят смотреть на Твиче Честер, игру Честера, не найдут ее. Если вы в старых играх, то концепция... На самом деле вы не поверите. Вы не поверите, оказывается, у Честера есть целых две игры. Одна называется Дикий-Дикий Квест, Wild-Wild Quest, а вторая, которую мы, походу, не увидим, это слишком крутой, чтобы его надули. Too cool, too full. Блин, когда же они уже снимут полнометражный фильм про Честера? Да, все мы ждем этого. Мега HD. Трахис ходит? Нет, по-моему, он очень трахис. Бладжин, что ли, будет проходить сырный квест? Когда ты имеешь в виду то, что разойдется абсолютно весь зал, он будет один сидеть во всем зале и играть в Честера? Или о чем ты? Имеешь в виду о том, что разойдет целый зал людей, он сядет и будет играть в одиночку в Честера? Возможно. Nine.
SGDQ 2015 is streamed entirely through there, and 100% of all subscription revenue goes straight. Как вы заметили, еще одним спонсором является Twitch, и абсолютно все деньги, которые Twitch получает от подписок на канале GaysDonTV, то есть если вы подписываетесь на него и тратите $5, то Twitch не забирает себе ни копейки, и все деньги идут тоже на благотворительность. Еще один способ пожертвовать свои деньги — это подписаться на канал GaysDonTV и получить очень крутые эмоуты. Конечно же, помочь благому делу. Как видите, игрок подготовился, на самом деле, к спидран по Честеру. И переоделся в гепарда, ну или в саунд. Я делал очки, как у Честера. То есть он полностью слился с игрой.